Хей, йоги, с вами Шумаки, мы продолжаем проходить просто неебическую игру под названием Electronic Super Joy. Окей, у нас третий мир с вами. Прошлый мир это у нас было построение сраного телепорта и убегание от какого-то динозавра. Ну это, скорее всего, Годзилла, но в виде какого-то другого монстра. Так. У нас третий мир. Полетели. Добро пожаловать. This is his dark film. Это, короче, темная сторона. His demon, you evil. Ты по... где чистое зло? You must stop at Buttertown. Ты идешь прямо в дом зла. Я не понял. Типа они меня подбросили бы или как? А, внизу есть у? Вот что значит невнимательность. А, блин, на них тоже не, все равно нельзя стоять. Я думал, типа, если я буду стоять неподвижно, да и все. Ага, нихерашеньки. Ладно, просто в следующий раз подожду. Когда ближе туда подвинется. Но мы попали в ад, все равно. Мы шли сюда за задницей кого-то. Мне кажется, мы эту задницу и получим. Я понял. Я просто не заметил, как ходит второй, который нижний. Теперь я его запомнил. Сказал, запомнил. Но все равно забыл. Найс. Найс. Stamp this boss. Я не понял. Почему меня убило в первый раз, когда я туда пошел? Я шипы задел? Хотя не должен был. Прикол. Типа меня могло убить. Мне нужно прыгнуть через вторую. Ну, нужно дождаться, пока оно все доедет. Поехали. Хотя можно и через первую сделать это. Тут нужен тайминг. Здесь обязан быть тайминг нормальный. Вот, надо бежать. Все. Не спешим, не спешим. Поспешить себя легко убить. Ага. Понял. Он залетает за. Ага. Это хорошо то, что я запомнил. Ай, блядь, там шипышки! Шипышки эти дерзкие малышки, ё-моё. Можно звездочку забрать?
Yeah. Yes. Oh, yeah. Бля, тупый так. Ладно, дам раз, дам два. Больше не дам. Здесь подождем. Хорошо. Нахера я это сделал? Хер его знает. Почему так близко сейвы? Хорошо, да, я понял, почему тут так близко сейвы. Мне нужно через одну прыгать. То есть на одну стать, подождаться оборота. Ни хрена? Флажок. Бля, я мог бы фасом сделать этот задний заход. Только сразу нужно прыгнуть. А, я тут. В чем сложность? А. Воу! Fuck. Ну, сейф. Мана. Вы понимаете, вот это новая механика. А где сгореть? Раз, два. Это мне сейчас нужно монитор повернуть. На какие-то градусы. Чтоб этот же монитор мне не разъебать кулаком. О, бля. Как же это неудобно. Не горим. Здесь, ладно, еще такая диагональ падения ровная. Ладно, привыкнем. Давай, сука. Time to step it, bitch. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, найс, после 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я думаю, что-то не пуляет. Почему я еще не вижу себя в этом свете? После которых от них остается. А, давайте сделаем иначе. Нужно было подождать немного. Я не пойму, зачем... Делать уровень перевертыш. Вот нахрена. Тут даже, понимаете, нету сейва. Флажка сейва. Я не знаю, сколько я на вот это потрачу времени на самом-то деле. Забейте. Я сейчас психану, блять, монитор переверну. А я это сделать изи могу.
А сейвы не... А сейф нельзя было дать? Откуда я знал, что там лазеры? Пиздец. А оказывается, эти лазеры нельзя пролететь сквозь свои способности. Пиздец, об жопу. Ладно, здесь только тогда так. Да, наконец-то. Возвращаемся в нормальную, блядь, степь. Найз! Подожди, тут нету сейва? Я понял, ребят. Ладно, отсюда начнем. Вот здесь я не понял как. Ну, я... Ладно, понял. Так. Ебать, я тупой. Ладно, давайте отсюда. Отсюда продолжим. Нам всего лишь нужно дождаться, пока это сюда максимально приедет. Спрыгнуть вниз. Вот сейчас. Я просто сгорю, честно. Если я сейчас не попаду. Ладно. No bad. No bad. Чё ты так быстро едешь? Какого чёрта он так быстро едет? Как я могу... Могу. Вот это я не могу. А, так. Здесь мертвая точка. Вот здесь мертвая точка. Здесь тоже легко. Здесь просто нужно. И все. Ебаные ракеты. А я не смогу сразу туда запрыгнуть. Садите, пососите, будьте любезны. О, они сквозь этот стреляют. Классно. Ну ладно, вообще посрать.
насрать. Здесь споймать просто темп полета и все. Здесь я сам лоханулся. Я засал и не прыгнул. Надо было прыгнуть. Вот, видите. Все. Почему мне теперь все херово идет? Все просто идет хреново. Максимально хреново. Давайте, ракет, я еще ракет не видел. Ребят, где ракеты? Как так, без ракет? Yes. Что-то на вас не похоже. Уровень без ракет, это не уровень. Yeah. Понимаете? Здесь нужно было остановиться, пробежать и еще раз прыгнуть. Либо так. Не понимаю. Понимаю. Как? А, подожди, я же могу на одном месте прыгать, так ведь? Вот это я таймер не споймал. Так, так. Да, ну блин. Так, так. Да, ну сука. Там нужно было немного подождать. Там задний заход это не сделать. Кажется, очень все просто, но нет, он задевает их. Здесь нужно под ними пробежать. Все. Забейте, жабы вообще, они медлительны. Если бы их ускорить. Гроуви, 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 вперед, вперед, вперед. Спасибо, ребята, я из-за вас упал. Надеюсь, вора. Ау! Shit! Seriously, this rockets! Rickets, rockets. Там ракеты. Простыми словами. Fuck up! Раз, два, поехали. Бежал. Сейчас исправим. Как он бесит не бежать? Я понимаю, что здесь лед, но все же.
Так, окей, здесь пошло немного такое. Типа я мог бы там просто не останавливаться по фасу. Что за хуйня? Как мне тогда получилось сразу туда забежать? Теперь у меня это ни хера не получается. И знаете, вот мне кажется, что это ж только, наверное, 10-й, да, уровень у нас. Это у нас даже не 20-й. Хотя по сколько-то их там всего. Я даже на самом деле этого не знаю. А, ну здесь тоже просто в тайминг прыгнуть, все. Вот здесь будет сейчас сложно. Потому что в тайминг ты то прыгнешь, но ракеты все равно будут. Здесь придется контролировать с помощью прыжка еще. Так, Ледион бьем. Хорошо. Блин, замедлили меня. Бля, вот это было прикольно. Просто фум. Пролетел все. Бля, там уже финиш. Я думал, о, продолжаем ускоряться, нифига. Так, какая-то церковь. Fly. Думаю, мне летать дадут. Ага. Так, а теперь вопрос. Окей, если я ключ возьму, он успеет... Я даже ключ не дам. Мне все равно прыгать придется. Значит, мне придется там затормозить, когда ключ возьму. Видите, из-за того, что у меня не максимальная скорость была, я проебал. Рано. Я рано прыгаю. Не, то, что здесь сейва нету, это на самом деле вообще плевать. Потому что здесь главное вот здесь, в начале, вот здесь именно. Прыгнуть правильно. И все, дальше там легко. Нам даже еще это дают. Все, видите, замедло пошло, и то есть мы сливаемся. Вот это вот прикольно, типа бег с препятствиями. И снова же я прыгаю рано. Хотя нихера, слышите, а что это за бред? У меня максимальная скорость. Yeah.
жопу. Лучше R сразу нажимать. Кнопку рестарта, пока он долетит же до вот этого. До верха. Лучше самому рестартить. Сейчас получится глаз патру. Полетели. И нахера мне именно сейчас дали способность полета, если я его не использую? Типа, о, смотри, у нас... Что это? Он цепляется, понимаете? Там даже мой вот этот фаер, который сзади меня бежит, типа полоса, она даже показывает то, что я допрыгиваю. Так, что-то глаз уже устал. Здесь нужно было прыгнуть, сейчас покажу. Оп. Бля, нахуй это сделать? Кто-то знает. О, вот наш полет. А, не, я думал, наверх нужно лететь. Если сейчас будут раки... О, нахер это? Какого черта он упал? Сейчас прикола я не понял. А, у меня какое-то количество, что ли? То есть я не всегда летаю, ё-моё. Ладно, запоминаем, ребята, где теперь ключи у нас. Да, скорость падает. Да. Тут есть количество прыжков. Это хуйно. Если мы лоханемся сразу, то мы теряем шанс полета. Басы. То есть теперь здесь перемешано. Ну как? Только так я могу только умереть. Это понимать. Я не врубаюсь, как мне уворачиваться, если у меня ограниченное количество. Если так.
Типа, и что мне? И что мне нужно было сделать? Подождите, так это на время, да, мне дается? Давайте попробуем. Я вот не буду летать. Мне это на время дается. Все. То есть, если летать, то я могу нажимать сколько хочу. Только как я первый раз сделал так, чтобы я пролетел? Пиздец. Я не могу там пролететь. А, или я через верх пролетал. Вот здесь стоит подумать. Как я пролетал. Не, ни хера. Через верх не получается. Хотя. На этот раз хватило. I don't have you to do anything. Relax, just take and it's a retard. It's to check it out. Ты посмотри обратно. Thank for visit. Спасибо, что посетил. Bye-bye. Get ready. Have the right to grow wizard. Done, done, done. Прыгай, прыгай, прыгай. Видите, я вот одну просрал и все. А, так она со временем еще восстанавливается. Карина. Я не попал. А, все? You dance. Let's dance. Ты хочешь танцевать? Давай, потанцуем. Jump there. Time to kick butt. Короче, просто лететь. Почему на меня еще что сверху полетело, торпеда? Все, ракеты до конца летят. Нужно не забывать, что я могу еще в обратную сторону ехать.
60 FPS. А почему фризит? Все равно они летают сквозь объекты, сюрикены. Я так кнопку сломаю. Поехали. Фигня в том, что он сразу не прыгает. Я не могу вот этот этап пролететь. Надеюсь, это финальный босс. А нет, сюрикены через этот не пролетают. Это я запомнил. Вот этот я момент с ракетами запомнил. Поехали. Здесь нужно вверх. Медленный. Просто... Мне будет просто минус кнопка, ребят. Ну, на самом деле, из-за того, что слишком ярко, глаза быстро садятся. Какого я упал? Ладно, давайте на другую. Другой палец возьмем. Ну и уже палец устает. Это... Подожди, сейчас я пальцами прокручу.
Вот это с ракетами я понимаю. Честно. Еще дело, что он ко мне подлетает, чтобы метнуть в меня сюрикен. А как мне атаковать его? Он там еще третью кидает. Я не успеваю смотреть за собой, понимаете, и уворачиваться. Слишком много летающих объектов здесь. В принципе, никто не говорил, что будет просто, так ведь? Если финальный босс. Но дело в том, что я не успеваю подлететь. У меня же все пальцы болят. На этой руке. Все, я не могу контролировать. Могу я просто сюда залететь? А почему нет? А вот почему. Ну, в принципе, если его только не касаться. Да, здесь я вот фигня, видите, в чем? Я его не вижу. А, перед ним тоже, он меня цепляет. Вот самое имбовое это сзади него вставить. Остальные, осталось, здесь только единственная проблема, это ракеты. Вот, контроль ракет и все. Мне кажется, он после этого еще потом залп пуляет. А, лучше сюда выехать. Прекрати, пожалуйста, ну блин, я сейчас умру. Я сейчас серьезно умру. Блять, я выиграл. Я выиграл. Но я перестал прыгать, я был. Он улетел и все.
Я ебу Алибабу. Вот что значит, когда... Так, понимаете, я еще как уворачивался, елки-палки. Большинство так еще научиться надо. Так я уже такой с радостью думаю, еба, я победил. Ни хрена себе. И тут наебать тебя на. Нихуя ты не победил. Ты упал и сдох. То, что ты забыл, что здесь нету платформы. Ебаные еще стены эти. Просто сделали бы стену, которую может нельзя прикасаться, да и все. Нужно запомнить время. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх, 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 вверх. Бля. Ну все, я туплю. Я просто сейчас на дезморале. Раз, два. Сколько ей там нужно? 3 минуты, да, продержаться? Сложность, понимаете, даже не в воротах, а то, что у тебя в конце концов палец устает. Я горю просто. Кто виноват, что он, блядь, меня все-таки споймал? Раз, два, три. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Сюда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поехали наверх. Куда та ракета полетела? Слышь, какого черта она вниз полетела? Вот это была херня. Я впервые вижу, чтобы он ракету вниз запустил. Раз. Найс. Враг меняет тактики. Враг меняет тактики во время боя. Лучше так, ладно. Лучше так и через верхнюю нужно было идти. Так. Поехали. Да, там минуты, очень много минут забирает. Процесс. Ну,
Может, по музыке можно узнать еще тоже. По звукам игры. Пизданец. О, боже, мои пальчики бедные. I stole everything but I wanted to shake all the boots. Я тебе дам эти булки. All buts just a bit. Down Brows, there's the breaking pope. He was now the poppy barist, the super sexy. He's gained a master glow in the morning. Ой, мне просто минус глаза уже от этой красной херни. Я не знаю, ребят. Если это конец? Это конец. Серьезно? Надеюсь, большинство смотрели, да, прохождение игры от Куплинова. Игра также называлась, если не ошибаюсь. Но там другая почему-то механика. Я не знаю, с чем это связано. Но там был босс, типа, за которым мы охотились за жопой. Здесь я что-то нихера не вижу. The Jungle Welcome. Del Bell and the Chain. Miss the Rabbit Hole. Фу. Ну, походу, ребят, это все. Что по достижениям нас. Lift the Ground Wizards. Hold me close, standard risk, так, close run, да, with the king, anything. Никого не убивая, нихера себе тут есть. It's curly but now. Clear level flares, brands. Yeah, that's on every level. Короче, пройти вообще без смертей. Ладненько, ребят. В принципе, что насчет игрушки, если ее оценивать? Довольно хардкорная. Подби такой, знаете, такой туф-ту. Довольно, да, из окрасок может, конечно, глаза съесть. Ну, в принципе, по боссам. Ну, блин, первый это тот же самый монах, только на летающей тарелке, с которым даже сражались. Второй это запуск, блять, просто создание портала, такой пиздец. Ну, мы с этим тоже справились. Потом, ну, в принципе, игра коротенькая, не знаю. Вот Куплинов, Дима, короче, он играл в такую же игру, там был дэш в бок, телепортация в бок, предметный двойной прыжок, такая же срань, чтобы жопой вот это биться. Там было задание по квесту. Чью-то жопу украсть. Украсть жопу дьявола. Я не помню, был ли у нас в квесте там жопа. Бупс это сиськи. Ну, неважно. И там должен быть сатана с жопой. Финал, понимаете? У нас почему-то этого нету. И я не знаю почему. Такая разница. Ладно, в принципе... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.